всегда. Этот нектар всегда разрушает жизнь. Никогда не бывает так, чтобы человек был вовлечен в этот нектар очень сильно и при этом сохранил семью. А вот когда человек влюбляется и при этом успокаивает этот нектар и начинает принимать человека, заботиться о нем, служить ему и перестает жить в мечте, это возможно и это хорошо. Но так бывает редко. В основном, когда человек сильно влюбляется, он своей любовью мучает человека, и тот от него уходит. Хорошая песня. Хотелось бы, да, чтобы так было. Ведь правда же? А? Нет, все нормально. Любовь — это хорошо, влюбленность — это хорошо, но нужно себя контролировать. Давайте проведем небольшой опрос. Поднимите руку, кто из вас попал в такую интересную ситуацию. Вас кто-то очень сильно полюбил, и это вас так сильно раздражало, что вам пришлось этого человека бросить. Замечательно. А вот теперь давайте другой, более серьезный вопрос зададим. А у кого есть такой случай, что вот человек вас очень сильно любит, безумно любит, но вы его не бросили? Замечательно. Женщина, вам микрофон. Конечно. А почему? Мы хотим сейчас узнать ваш опыт. Нет, вот на третьем. Ну, хорошо. Сначала вам, да. Нет, сначала вам давайте нормально. Вы садитесь. Да. Внимательно слушайте сейчас, ну, пожалуйста. Откуда-то пришла хорошая мысль, да, здравая, что это с этим человеком будет хорошая семья. Видите, она какой применила метод? Наверное, это была хитрость. Я подумала, что можно будет вести себя. Это не хитрость. Это очень сильное благочестие. Это признак сильного здравого смысла. Вы пытаетесь понять, мои хорошие, что так сильно любить можно только Бога. Вот так сильно любить можно только Бога. Вот такую мечту надо к Нему испытывать. Но если мы к человеку начинаем эту мечту испытывать, тогда он не выдерживает нагрузки просто. Нагрузки не выдерживает. Понимаете? Когда бывает, иногда лекция заканчивается, кто-то идет на сцену, а кто-то бежит на сцену и кричит: «Олег Геннадьевич!» И в этот момент, когда я вижу этого человека, он бежит на меня. У него искреннее чувство совершенно. У меня ноги подкашиваться начинают. Я чувствую себя очень плохо, у меня нет сил. Человек подбегает и говорит: «Можно я до вас дотронусь?» Мне еще тяжелее стало. Знаете, в чем причина? Что мы часто людей путаем с Богом. В этом причина. Когда человек влюбляется, он также обожествляет человека. Когда человек слушает знания от кого-то, он тоже обожествляет. И в это время вот это вот отношение, оно создает трудность, если не проявить здравый смысл. Надо все отдавать Богу. Вот, допустим, тебя кто-то полюбил, надо понять, что это Бог так захотел, и это не мое дело. Вот меня человек сильно полюбил, я все это вытерплю. Понимаете, вот сейчас, спасибо вам, садитесь, сейчас я продолжу разговор этот с другим человеком. Вот смотрите, у меня есть один случай. Один молодой человек очень сильно полюбил девушку. Вот. Она ему отказала, не захотела с ним строить отношения. И в это время я узнаю, что его тоже очень сильно полюбила девушка этого молодого человека. Вот точно так же, такой же сильной любовью его полюбила она, девушка, другая.
Я, для меня это все младшее, я общаюсь с этой девушкой, говорю, ну давай попробуем его спросим, попытаемся как бы понять, как он настроен. И он говорит, да, это хорошая девушка, все нормально. Он говорит, теперь слушайте меня, это хороший человек, но, Олег Геннадьевич, я хочу так сильно полюбить сам. Чувствуете, нет? Осечку. Осечка в чем заключается? В том, что этот человек, как мотылек, летит на огонь. Возможности создать семью в таком настроении нет. Потому что если ты хочешь кого-то сильно полюбить, это значит, что этот человек всегда будет разрушать твою жизнь. За редким-редким исключением, как вот такого мудрого человека, как эта женщина, встретить очень сложно. Но, видите, у нас много-много людей подняло руки и сказали, меня полюбили, и я не смог. И чуть-чуть несколько человек подняло руки, и меня полюбили, и я смог. Вот такие несколько человек встречаются очень редко. На них рассчитывать не стоит в жизни. Не стоит. Поэтому есть только один способ, мои хорошие, создать семью. Теперь вдохните и выдохните глубоко. Этот способ означает, что вас сильно полюбили, и вы стерпели этого человека. Вот он, этот способ. Этот способ очень трудный для принятия, потому что меня обычно любит человек хуже, чем я, сильно. Не такой крутой, как мне бы хотелось. Он хуже, чем я, и он сильно меня любит. А я хочу сам или сама полюбить того, кто лучше меня. Вот это и есть засада. Из этой засады вырваться невозможно. Анна Герман спела вам эту песню об этой засаде. Дурманом сладким веялом от слова твоего. Запомните эту песню. Единственный нормальный способ создать крепкую семью, это то сделать то же самое, что сделала эта женщина. И я вам говорю точно, что этот способ означает всегда одно и то же. Пожертвовать своей мечтой ради другого человека. Именно пожертвовать своей мечтой, потому что желание влюбиться у всех есть, у каждого человека в этом мире. Но не каждый готов дать возможность любить себя. Практически никто не готов. Ваш, да, пожалуйста, микрофончик. Рассказывайте. Нам нужен любой опыт, ваш тоже. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Вы живете с человеком вместе? Да, я второй раз замужем. И у меня история, что в первый раз, что во второй раз, они похожи, но развязка меня очень радует. Не знаю, откуда, может, действительно, сверху мне так по голове стукнули во второй раз. Первый раз что было? Первый раз он меня безумно любил. Что он от меня терпел? Это нельзя. Видите, когда, вот слушайте, когда человека сильно любят, его эгоизм становится безумным просто. Его эгоизм растет, как гриб на дрожжах, понимаете? То есть страшная ситуация. Угу. Первый раз, когда меня с ним жизнь свела, и постепенно сейчас расскажу, мы с ним познакомились, я была с вами весь мужской пол, и сначала я видела, что он меня любит, я видела, насколько сильно он меня любит, и он для меня всегда был таким ярким, поиздеваться и все остальное. Развязка такая. Я родила от него сына. И родила от него сына. Получилось, что я его полюбила сама настолько, что я была готова закрыть глаза на все. Я ругалась с мамой, я разошлась разными дорожками практически со всеми друзьями. Я осталась в итоге одна. Вот это одиночество, оно мне поело. Он ушел, он бросил все. Вот слушайте внимательно, смотрите, интересно. Видите, он сильно полюбил, она вытерпела это, да? И потом что происходит? Конечно, а он не смог вытерпеть. А сейчас... Очень, пожалуйста, садитесь, я не могу упустить эту тему, садитесь. Мы с вами продолжим чуть попозже.
Вот это и есть то, ради чего большевики сражались и как бы отдавали свою жизнь. И ради чего и нам надо отдавать свою жизнь. Человек должен знать, что на первом этапе отношений всегда тот вектор, который он принимает на себя, он обязательно потом поменяется в противоположную сторону. Ну, допустим, если вы чувствуете, что вас человек раздражает, потом вы, наоборот, будете счастливы с ним, и он будет терпеть вас, и так далее. Понимаете, это всегда, это качели. В любви есть качели, то есть они всегда качаются только в одну сторону, они могут в две скачаться. И поэтому, если вы чувствуете, что вы не можете рядом с человеком, знайте, что качели качаются не в вашу сторону. Придет время, они качнутся в вашу, и вы будете сильно с ним мочь. Но в это время у него будут экзамены, а не у вас. Услышали меня или нет? По-другому не бывает. Если вы хотите чего-то другого, здесь в этом мире такого не бывает, потому что любовь всегда действует в одну сторону. Она не может две сразу действовать. Почему не может? Потому что так же, как течет вода. Вот найдите реку, где вода текла в две стороны сразу. Невозможно. Любовь — это женская энергия. Она — это энергия, как река. Энергия любви, она имеет женскую природу, она как река. Она пошла в одну сторону течь, и вот так она течет. Потом наполняет это сердце, разворачивается назад и начинает течь в другую сторону. Ну, то все. Так всегда это действует. Ну, как вот вы видели течение сразу в две стороны? Ну, может, даже и есть это создается. Что это называется? Течение в две стороны. Как называется? Это называется водоворот или смерч. Это еще хуже, понимаете? С этим вообще лучше не связываться. Это Ромео и Джульетта уже. Это смерть такая. Неразрешимая ситуация вообще. Только с Богом может быть такая ситуация, когда Бог любит человека, человек любит Бога. Бог всегда нас любит очень сильно, но мы не знаем об этом, мы наслаждаемся этой любовью, мы пользуемся все, что Он нам дает. Когда мы начнем Ему отдавать, с этого момента мы становимся счастливыми. Взаимность в нашей жизни появляется. Рассказывайте. Второй раз. Не надо подробностей первого раза, у нас нет времени. Второй теперь. Вкратце. Стоп, женщины, смотрите, кто из вас такого человека хочет себе поднимать? Вникает в каждого слова ваше, он слушает все ваши эмоции. Представляете, это все хотят вообще, даже кто руку не поднял, все женщины хотят себе такого человека. Представляете, ей попался именно такой человек, и она чуть с ума не сошла. Женщины, трезвейте. Супер, вот это очень важно. Молодец, молодец. Есть, нету, ладно. Супер, молодец, молодец. Это очень важно. Поженились мы с ним, получается, 4 года тому назад. Не могли вовремя пожениться, хотелось очень. Что я могу отметить на сегодняшний день? Вот, ничего не надо отмечать, садитесь. Нет. Я хочу сохранить ваши отношения, не хвалитесь. Надо вовремя останавливать иногда человека. Спасибо вам за эту историю. Очень важный опыт. Итак, первое, что нужно принять в своей жизни, пока не поздно, бывает поздно, тогда человек должен посвятить себя Богу. Когда уже никого не встретишь, первое, что нужно понять, пожалуйста, терпите то, что Бог дал.
Не ищите идеала. Идеал невозможен. Всегда, когда вы встречаете своего человека, он хуже, чем того, кого вы хотели. Потому что мечта и семейная жизнь — это противоположные вещи. Помните Евгений Онегин? Я тоже как бы вас любила, но я другому отдана, я навек ему верна. Вот это и есть мечта и семейная жизнь. Они противоположны по природе. Семейная жизнь — это отношение долга, а влюбленность — это отношение мечты, связанное с мечтой. Мечта обычно бывает в юности. В юности люди влюбляются обычно, но ничего не получается обычно. Согласны? Потому что это мечта просто, воплотилась мечта. А теперь семейная жизнь означает труд души. Люди трудятся вместе, создают семью, у них отношения не такие, как хотелось бы, но вроде бы более-менее нормальные. Или, может быть, даже и ненормальные, но все равно вот человек со мной живет, надо сделать их нормальными, надо потрудиться так, чтобы они стали нормальными. Потому что семейная карма у всех разная. Бывает такая, что тебе может достаться только очень тяжелый человек. И с ним очень трудно жить. Но ты живешь и терпишь, и это подвиг, который будет вознагражден счастьем отношений с этими людьми. И счастье обычно в семейной жизни сначала какое-то время небольшое бывает, просто как это try and buy, демоверсия, это влюбленность. То есть сначала мы встретились, у нас там медовый месяц, там, и потом дальше длительный период отрезвления. Ты видишь недостатки человеческие, у каждого человека есть недостатки, терпишь их. И потом, когда ты все выдержал, все испытания, начинается уже другой период стабильных, таких глубоких отношений. И любовь начинает развиваться. Первая стадия любви — принятие человека, вторая стадия — уважения, третья стадия — верность, четвертая стадия — искренность. До четвертой стадии доходят только святые люди. Обычные люди не могут дойти в семейной жизни до четвертой стадии. Итак, мы с вами говорим на одиночестве, его причины. Мы поговорили о современной жизни, что она безнравственная, и поэтому очень трудно создать семью. Мы говорили, сейчас поговорили о трудностях, которые несет судьба. И сейчас я буду двигаться дальше, но сделаю несколько объявлений. Немножко прервемся, да, объявления тоже надо делать. 3 июля состоится душевный вечер Марины Таргаковой «Сила женщины». Я был на фестивале психологов П3000 совсем недавно. Туда приезжала Марина Таргакова. И у нас был очень такой острый разговор, серьезный с ней. Я увидел душевные качества этого человека. Она просто, когда разговаривала со мной, она воспринимает меня в 1000 раз лучше, чем я есть на самом деле. Я когда видел такое восприятие, я был просто в шоке. Это удивительная личность, без всякого сомнения. И 4 июля она прочитает семинар на тему «Теневые стороны нашей личности, как их увидеть и принять». 16 июля состоится моя лекция «Трудности личной жизни. Практические решения на примерах аудитории». Фактически продолжение сегодняшнего дня. Тема сложная. В Москве действует клуб «Благость». Это клуб, который я создал для того, чтобы люди развивались. Это межконфессиональный клуб. Если люди хотят сохранить свою веру и при этом духовно развиваться все вместе, полюбить также другие духовные традиции, хорошо к ним относиться, то вот это и есть формат такого клуба. Если вы хотите участвовать или самостоятельно организовать свой клуб, то обращайтесь на почту klub@tarsunov.ru или к куратору Марии, который находится в зале. Мария где? Мария здесь. Клуб «Благость» обычно мне помогает с цветами и фруктами. Все, что я кидаю, это как бы их заслуга, еще некоторых энтузиастов, которые здесь все в зале. Благотворительный фонд «Пища жизни» кормит бездомных, занимается поддержкой здорового образа жизни. Это удивительные люди, полностью отдавшие свою жизнь этой деятельности.
Никакой корысти у них нет, такое не часто встречается. Помогайте этому клубу «Пища жизни». Люди кормят тех, кто нуждается в пище. Есть Владимир Георгиевич Жданов, это удивительный человек, который воюет за трезвость в нашей стране, это духовный воин. Он поддержку правительства получил в свое время. И есть у него проект «Общее дело». Помогайте, боритесь за трезвость в нашей стране. Благотворительный фонд «Настика» обращается к вам с помощью сбора средств на лечение 4-летнего мальчика Адиль Субучина с диагнозом лимфома. Так, все объявления. И хочу сказать, что мы открываем новый формат такого более глубокого обучения моей аудитории, те, кто меня слушает. И это обучение начнется с темы «Четыре способа воспитания детей, результаты и последствия». Вот. 29 июня будет проведен вебинар в интернете на эту тему. Следите за информацией. На сайте trusunov.ru вся информация об этом будет. Так, мы с вами сейчас раскрыли тему одиночества с точки зрения того, что я привлекательный человек, у меня хорошая судьба, но я не выдерживаю свою карму, не выдерживаю отношений, потому что я не понимаю, что такое семья. Мне кажется, что все должно быть хорошо, а на самом деле семья предназначена для тяжелой душевной работы. Если я этого знания не имею в сердце и хочу просто наслаждаться жизнью, меняю одного на другого, пока, наконец, вообще не останусь один. А потом начинаю чесать репу и думать, что дальше делать, как дальше жить. Прихожу на лекции, узнаю, что все было не так. Но даже в этом случае как бы все нормально, правда ведь? Надо двигаться вперед. Есть другая причина одиночества, более серьезная. Видите, у человека есть, у человека, вот, допустим, у женщины есть две энергии любви. Одна энергия — это ее привлекательность внешняя, которую все женщины усиливают. И эта привлекательность, она притягивает мужчин с желанием наслаждаться женщиной. Если мужчина, допустим, благочестивый, хороший, притянулся с желанием наслаждаться женщиной, то постепенно он приходит к мысли, что надо создавать семью. Эта мысль приходит в его сердце с большим трудом в этом случае. Но если человек привлекся женщиной с точки зрения внешней красоты, привлекся и не очень благочестивый, то у него всегда в голове только одна идея — это секс. Желание наслаждаться просто женским телом, его эксплуатировать. Использовать женское тело с целью наслаждения. Страшно ведь, правда, женщины? Ну, то есть потом выкинуть, естественно, из своей жизни этого человека. Ведь эксплуатация не означает что-то потом дальше, построение чего-то. А просто понаслаждался и бросил. Страшно, женщины? Видите, проблема современных женщин заключается в том, что им не страшно. Он говорит, ну нормально, что? Это проблема, мои хорошие. Потому что вам должно быть страшно. Потому что это ведь так и бывает. Понимаете, вот понаслаждался и бросил потом. Понимаете или нет? Думай. Пытайся понять. Есть вторая энергия женская, энергия тепла, которая идет из сердца. Эта энергия неуправляема. Женщина, если энергию красоты можно усилить с помощью хорошего настроения, тренингов, всяких работ над собой, женщина может усилить красоту в себе. Она управляема в какой-то степени, хотя не полной. То вот эта внутренняя энергия красоты, которая создает семью, слушайте, женщина, это тайна, секретная информация.
та энергия теплоты, которая прямо из сердца исходит, и она создает семью. Когда мужчина чувствует эту энергию, он столбенеет и решает, что я хочу жить с этим человеком. У него не создается желание ее в постель затащить девушку, понаслаждаться и как бы бросить, а он, у него другое чувство совсем возникает. Спокойное чувство возникает, я хочу с этим человеком создать семью и жить вместе. Чувствуете, нет? Разницу, женщины. Один вариант мужчин, он флиртует, рисуется, ведет себя классно, играет с женщиной, понимаете, наслаждается рядом с ней и так далее. Игривое поведение, игра в любовь. И выглядит эффектно такой тип мужчин. Ну круто вообще, классно. Эффектные такие, крутые, классные. Играется, наслаждается. Только маленькому ребенку не понравилось. Единственный крик, который я услышал. Крик души, потому что ребенок маленький, это он же не имеет еще судьбы. Она есть, скрыта еще. Характер не проявлен, только душа проявлена у маленького ребенка. Поэтому душа, она все чувствует, реагирует на все. Так, женщины, теперь дышите глубже. Я вам сейчас расскажу второй тип мужчин, которые хотят создавать семью. Как они себя ведут. Вам надо дышать глубже, правда. Этот тип мужчин, которые хотят создать семью, они ведут себя робко с женщиной. Женщину, с которой они хотят создать семью, когда они ее видят, они стесняются ее. Они не могут ее тащить в постель. Они ведут себя очень деликатно, часто застенчиво. И не вызывают восторга в женском сердце поначалу. Такого поведения женщина не ожидала. Она думала, ну как же так, если человек, которому я должна отдать свою жизнь, он должен быть очень сильным, должен схватить меня за руку и вести в ЗАГС. Но, мои хорошие, когда человек действительно чувствует вот эту теплоту, идущую из вашего сердца, он будет вести себя по-другому. И это такое поведение мужчины, женщины часто воспринимают как недоразвитие, недозрелость. Они думают, ну зачем мне нужен этот такой пацан? Надо же нормального человека найти, за которым как за каменной стеной. А тут какой-то сбежала Мальвина в чужие края. Сбежала Мальвина, невеста моя. Чувствуете подвох, женщины, девушки? Чувствуете? Нет? Подвох заключается в необразованности. Вы сколько раз отшивали таких людей, которые могли бы стать вашими хорошими мужьями вам в жизни? Потому что они это и есть мужественные мужчины настоящие. Потому что настоящий мужественный мужчина никогда перед женщиной выпендриваться не будет. Ведет себя скромно, деликатно всегда. Конечно же, настоящий мужчина держит свое слово. Он развит в обществе достаточно. Но рядом женщина ведет себя робко, ту, которую он хочет себя взять замуж. Но потом постепенно он становится в личной жизни сильным, серьезным там, и так далее. Со временем. Со временем. Но есть одна проблема. Проблема заключается не в том, что вы не распознаете женщины в себе этот тип энергии, который надо усиливать. А проблема заключается в том, что этот тип энергии, который создает семью, труднодоступен. Он не управляется женщиной, он управляется Богом. И этот тип энергии приходит в жизнь женщины только как награда. Как награда. И награда означает, что женщина раскаивается за все, что было. Она ведет себя с мужчинами сдержанно, не гуляет. По постелям не прыгает. Понимаете? Она ведет себя очень сдержанно в отношениях с мужчинами, раскаивается за все, что было, и очень серьезно относится к личной жизни,
Для него личная жизнь — это не вот так вот. И от такого поведения эта теплая энергия из сердца уходит. Теперь, если вы чувствуете, что нет личной жизни, значит, у вас этой энергии сейчас нет в сердце. И нужно покаяние. Нужно понять, кого вы бросили, кому вы жестоко отнеслись. Потому что, когда есть жестокость в женском сердце, семьи у ней быть у такой женщины не может. Вспомните, когда вы разрушили отношения, что вы сделали не так в своей жизни, кому вы относились не так, раскайтесь, смягчите свое сердце с помощью отношений с Богом, с помощью покаяния, молитвы. Смягчите свое сердце. Итак, видите, в первом случае люди легко встречаются, но очень трудно быть вместе. Во втором случае никто не встречается, мои хорошие. Просто никто не встречается. Это означает, что в сердце холод, там нет вот этого тепла. Тема очень сложная, трудная для понимания. И поэтому у нас сейчас будет обязательно какой-то вопрос. О чем? О чистоте в сердце. Мы не гуляем, мы ждем близкого человека, да? Мы не гуляем, не доверяемся кому попало, просто ждем того, кто настоящий. Это аскеза. Ваш вопрос. Нет, а вот женщина сзади встала, где она? Ну, сейчас мы доведем до вас микрофон. Давайте. Вот насчет чистоты. На самом деле все, что вы до этого говорили, это, наверное, был подготовка к моему вопросу. Я развелась с мужем 4 года назад, и у меня не было каких-либо отношений. Действительно, это был мой мужчина, как я считала, у нас с ним родился сын. И, собственно говоря, недавно он опять появился на моем горизонте. Вот. Но... А он никогда не уходил с вашего горизонта? Ну, вы правы. Да, он встречался с сыном, но вот как в одной из лекций вы говорили, что во время моего декретного отпуска он заболел мозгами. Я вас цитирую. Вот. И, собственно, вот эта болезнь, она... Разрушила отношения, да? Да. Но сейчас он раскаивается же, правда? Ну, якобы раскаивается. Но в чем вот мой вопрос? Дело в том, что у него сейчас вот от этой болезни тоже родился ребенок. И я не хочу... Ну, я родилась... Вот смотрите, интересно, да? Человек начал встречаться, раскаялся, я бросила. А что должна была сделать? Простить. И тогда ребенок бы не родился. Правда? Нет, я не встречалась, он встречался. Так я понимаю, я же сейчас об этом говорю. Смотрите, человек изменил, я должен был простить, так? Да. Если я не простил, ситуация становится какая? Хуже. Более сложная. То есть теперь надо уже простить больше, понимаете? А если я и сейчас не прощу, надо будет еще больше простить и так далее. И что мне делать? Прощать? Подождите, моя хорошая, подождите. Я ставила за все свечки, я не могу простить. Я не готов. Я не могу. Подождите, моя хорошая. Вы готовы жить одна? Не знаю. Я вам перепутала. Ну вот давайте сейчас порассуждаем. Смотрите. Вы ведь не будете рисоваться ни перед кем. Правда? Нет. А если женщина не рисуется, только она только в раннем возрасте молодом может выйти замуж. Потому что ее естественная привлекательность в этом случае дает ей силу и возможность, чтобы за ней бегали. Если женщина чуть постарше, она должна или рисоваться,
и найти себе кого-то, или она остается одна? Вы готовы остаться одна? Нет. Тогда какой выход? Прощать. Да, прощать. Именно не простить, а прощать. И прощать придется долго. Я так думаю, где-то года 2.5. А как же тут ребенок? Ведь вы говорили, что это домик. Теперь я их домик, получается. Ну, они, правда, не женаты, но я разрушаю их. Вот. Ну, попытку. Невозможно ничего разрушить, чего не было. Этот человек всегда оставался вашим мужем. Понимаете, отношения расторгает только Бог. Вот, допустим, люди развелись, они роспись поставили в ЗАГСе, что я развожусь. Значит ли это, что они разошлись или нет? Как вы думаете? Вот поднимите руку, кто роспись поставил, но вы не можете разойтись. Или живете вместе, или встречаетесь, или еще что-то. Ну, понимаете, Бог не расторгнул отношения. У него свои планы на вас. Даже вместе на лекцию пришли, видите? Ваш брак никто не разрушал. Он так и остался. Знаете почему? Потому что у вас нет второго варианта. Бывает, у женщины нет второго варианта, и Бог ей оставляет первый. Я не знаю. Надо просто сейчас понять, что это будет эксперимент. Вы узнаете в процессе вашей жизни, прав я или нет. Я вам сейчас объясню. Вы должны сейчас начать жить с этим человеком, то есть опять встретиться с ним, начать отношения, поставить условия, что он больше не общается с той женщиной, но может помогать ребенку. А как я буду это контролировать? Вы узнаете об этом. Как только вы узнаете, вы должны немедленно прекратить с ним близкие отношения. Воспитывать его таким образом. Он в конце концов поймет, кто ему нужен больше. Возможно, у него будут осечки первое время, но потом он как бы примет, что вы его жена, а туда не надо лезть. Потому что болезнь еще пока не прошла. Она еще остается в голове. Послушайте меня. Если этот человек будет исправляться постепенно, то он станет для вас очень хорошим мужем на всю жизнь. И это означает, что я не ошибся. А будет он исправляться или нет, вы поймете это в процессе отношений. Начните с ним строить отношения, все увидите. У вас есть право жить отдельно или жить вместе. Да, вам надо попробовать, но наблюдать за человеком, просто наблюдать, понаблюдать. Если Бог стоит за этими отношениями, то вы увидите позитивные сдвиги какие-то. Видите, если бы она была другая, ей бы эта ситуация не пришла. Не всякая женщина способна на это, я вас уверяю. Это очень трудно, трудный шаг очень. Но это правильный шаг. Попробуйте. Вы увидите волю Бога. Ваша жизнь будет успешной. Но это немножко не тот случай. Женщина не осталась одна, Бог ей оставил человека. Просто она была очень гордая и поэтому получила серьезное испытание в своей жизни.